О, это шершень, шершень, кыш, блин, шершень, пошел в жопу. Иди в жопу. Карась обычно ведет. Потихоньку вот так вот ведет, ведет, ведет. Ух ты, такой хороший, удочку бы не сломать. Единственный минус, это его очень сложно пригрузить. Братан, братан. Не братан он нам. Он нам не братан. Всем привет! Сегодня у нас рыбалка вечерняя, можно сказать, ночная. Мы вырвались днем, но приехали вечером, уже расположились на карася. Во многих регионах уже давно уже потеплело. Ну и у нас в Хмао тоже потеплело. Карась начал оживать. Вот, мы решили половить вечером с моим товарищем, с коллегой, половить карасика. Сколько из этого получится, сколько мы ловим, не знаю, но у нас еще целая ночь. Вот, и сегодня еще расскажу вам про немножко про лодку Мишима, которую я уже использую второй сезон. Погнали на карася. Друзья, мы переехали в другое место, наверное, проехали еще километра 3 в том году, и позапрошлом году мы здесь ловили хорошо карасей. Вот. Сейчас посмотрим, как было. Вроде одна поклевка сейчас была, непонятно. Сейчас уже вечереет, уже 7 часа вечера. Вот мы со Стасом решили половить с лодки. Резкие поклевки, тын-тын-тын-тын. Плотва карась обычно ведет потихоньку вот так вот ведет, ведет, ведет и топит поплывок. О, плотва. Я же говорю, плотва. Это плотва клюет. Есть. О. Сегодня уже маленькая. Ну, маленькая.
Пусть живет. О, опять плотва и сошла. Нахуй. И нахуй. Сошла. Вон, карасик у нас. Ух ты, такой хороший. Удочку бы не сломать. О, бля, какой, да, кабанчик. Есть. У нас вечер пошел. Мы, короче, со Стасом тут начали уже ловить. Ну, Стас пока не поймал, у него были поклевки. Надо ножницы взять. Подожди. Это самое то, на жареху, блин. Че класс. Есть. Еще один карасик. А, нет, это не карасик. Или карасик. А, это плотвичка. Плотвичка, да, такая. Самая крупная на сегодняшний день. Плотва. Нормально. О, шмель. О, это шершень. Шершень, кыш. Блин, шершень. Пошел в жопу. Иди в жопу. Это шершень был огромный вообще. Ну вот твой карасик первый. Поздновато. Ну, поздновато, но зато поймался. Ах ты, блядь, заебали мы. Ротан, блин. Братан. Ротан, братан. Не братан он нам. Он нам не братан. Только, блядь, червей портит, блин. Но. Есть. Да что ты опять этот ротан, братан. Он такой здоровый. Давай, я возьму. Прям здоровый, смотри какой. Ой, есть. Карасик. Еще один. О! Нормально. Вообще нормально. Друзья, у нас сейчас темнеет. Камера уже не будет передавать все съемки нашей рыбалки. Вот, ну, я думаю, что мы к утру уже наловим. Вот, ну и к утру вам уже покажем, сколько мы наловили. Ну, идет карась, потихонечку-то идет ночью, просто заснять это все не удается. Потихоньку, но немножко ловим. То карась, то плотва, то гальян, то ротан попадается. Ну, разная рыбка, короче, здесь. Я решил оснастить такой вот светящийся поплавок. Это с Алиэкспресса я заказывал. У него есть тонкости, у этого поплавка. Единственный минус, это его очень сложно пригрузить. То есть я нацепил тут, ну, три грузика разного размера, разных грузов. Я не знаю точно, сколько грамм, миллиграмм тут. Вот. Ну, вот единственное, что плохо в нем, это пригрузка. Надо идеальную сделать пригрузку. Вот. Потому что он или будет у вас тонуть, или будет... ну или плавать просто будет. Надо, чтобы он торчал из воды как надо. Вот, его пригрузил, мучился тут потихоньку. Вот, в прошлых видео у меня есть, конечно, на канале видосы, где я ловил на такой поплавок, и он с хорошей себя стороны показал, мне понравился, прикольный поплавок. Вот, есть, конечно, немножко вот сами потолще. Вот, его там сильно пригружать не надо. Но это очень тонкий поплавок, и вот очень тонкая пригрузка требуется к нему. Вот такой вот конструктивный подход должен быть, как бы, к этому поплавку. Ну, будем пробовать. Давай, давай. О, встал. Ну, друзья, у меня поплавок стоит. Я его, конечно, немножко лишка пригрузил. Он должен вообще еще выше стоять. Вот. Когда начинает поклевка, он потом начинает краснеть.
этот зеленый свет превращается в красный свет. Вот. И даже под водой его видно, этот красный свет. Ждем поклевки. Друзья, у нас сейчас 3 утра, рассвело, солнце уже встало. Ночь была, ну, буквально длилась 3 часа. Пару карасей поймали и заколебали у нас. В основном ротаны клюют, все обладывают, проглатывают до самой задницы. Вот сейчас вот вроде более-менее стало видно. Поплавок ночной я светящийся поставил на обычный. У меня уже поклевка. Вот она. Поклевка. Вот, ночью вот такие вот заколебали ротаны, постоянно клюют, заглатывают по самую задницу. Смотри какой, ага. Как барабулька. Морская, прикольно так. Отсидели, сейчас уже 4 часа утра, где-то 5 час, наловили вот в садке, перестало клевать, ну вот столько мы наловили. Вот на жареху есть где-то на несколько сковородок. Короче, без рыбы мы не уехали, от нуля, так скажем, ушли, как говорится. Все довольны. Удовольствие от рыбалки мы, в принципе, получили. Ночь просидели, немножко карася половили. Вот. И хотел рассказать про лодку Мишима. Много рассказывать не буду, потому что у меня, в принципе, есть на канале. Можете посмотреть, я там подробно все рассказывал. Лодка меня вполне устраивает. Хорошая лодка. Очень вместительная. Очень много груза в нее можно поместить. Но хотелось бы, конечно, помощнее двигатель. Здесь максимум можно ставить 20 лошадиных сил. Длина, значит, 380. Такая вполне достойная лодка. На ней откатал сколько часов, еще точно не знаю, но надо колпак снимать и смотреть, там электронный датчик стоит. Наверное, в следующих видео за этот сезон посмотрю, сколько накатаю и скажу, сколько часов там накатано будет. Вот. А так, вообще нареканий нету, отличная лодка, уж сколько катались по разным речкам, озерам. Короче, классная лодка, меня устраивает вполне. Ну, в общем, все, друзья, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Ну и всем пока, счастливо, всем до следующих рыбалок.